Одесса, внимание. Сейчас мы вам дадим одно слово, которое нужно будет показать нашим зрителям. Идите за мной, я вам покажу, как это надо показать. Здесь оно. Вот, посмотрите, над нами камера, видите? Вон камера, видите? Сядем, ребят, сядем. Садитесь со мной, туда ножки. Ого, прикольно. Сели? А теперь ляжем. Итак, внимание, друзья, что нужно будет сделать вам? Вам нужно будет показать зрителю за 2 минуты слово, которое мы вам скажем. Буква за буквой, начиная от первой буквы до последней. Выстраивая эти буквы, выстраивая каждую букву, перемещая свое тело. Итак, друзья, запомните, внимание, послушайте, еще раз смысл. Перекатывайтесь, делайте, что хотите. Вылезайте друг на друга, это не важно, вставать нельзя, лежа, вы должны выстроить буква за буквой следующее слово. Вы готовы? У вас будет, ребята, ровно 2 минуты. Вам достается слово «фильм». Фильм, первая буква «Ф», время пошло, поехали. Я сделаю всю. Так, Димон, уходи. Готово. «Ф» готово. Так, поехали дальше. Буква «И». Буква «И». 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 «И» дальше что? Это «И». У меня борода лысая. Допустим, это «И». Готово. Буква «Л». Буква «Л». Димон, голова к голове, как в стриптиз-баре. Любовь, ты мой. Буква «Мягкий знак». Какой? Мягкий знак, ребята, держитесь. Я сейчас сделаю. Мягкий знак. Давай, Димон. Давай. 5 лет школы танца! Давай, прекрасно! Буква... И буква М! Ребята, время идет! М! Куда ты? Давай руку сюда! Гаджет! Давай, гаджет! М! Готово? Готово! М! Готово! Стоп! Стоп! Ваши аплодисменты! А шутки у нас были! Фильм! Я вам предлагаю встать, я понимаю, давайте вам ручку, да? Не стоит! Чего? Скажут потом, протащил Зеленский Де-Ришелье в полуфинал. Де-Ришелье, идите сюда, ребят, идите сюда. Сейчас очень важный момент, вы быстро справились с этим импровизационным конкурсом. Нам только нужно будет посмотреть, что у вас получилось, полностью увидеть это слово на экране. И именно это потом будет оценивать члены жюри со скорость и находчивость. Итак, внимание, сейчас это слово появится, буква за буквой. Я буду вот. Худой. Вот, посмотрите, сейчас появится. Вот, F, это, видимо. Вот так, замечательное F получилось, по-моему. Можно, если можно, после этой чудесной буквы F, I? Уберите Димона. Ощущение, что вы идете в ЗАГС, конечно. Вот I. Вот такая I. Следующая буква, L. Ну, нормально. Нормально. Здесь хорошо. L. Мягкий знак чудесно получился, поверьте, вот сейчас он появится, ребят, вам понравится ваше творение. Мягкий знак, как будто бы вы знаете, вы давно знаете друг друга. Это мягкий знак. Это мягкий знак или что? Ну так а вот так, если посмотреть душу. Так не нужно, станьте. И, наконец, буква М. Так. Ну нормально, дружба народа. Дружба победила. Это слово «фильм». Ваши аплодисменты. Ребята, вы свободны. Спасибо. Спасибо, ребят. We'll be right back.